Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 июля, я продолжаю обзор видеосортов, которые поспели у нас уже в открытом грунте. Вот сейчас перешла я к сорту штамбовый засолочный. Несколько слов коротко о нем быстро-быстро расскажу и покажу. Он немного у нас тут, видите, вот у него пробоины. Пострадал от града, на нас нападал град. Но вообще этот сорт очень продуктивный. Вы видите, как он весь облеплен плодами. Это штамбовый, такой компактный сорт. Но он очень-очень много на нем плодов. Вы видите, весь увешан плодами. И вот у меня всего 7 кустов. Этого количества вполне хватает для того, чтобы сделать, например, с него какие-то засолки, заготовки. Вообще он высоту, сейчас отойду немножко назад, высоту небольшой, ну 40, самое большое может вырасти 50 сантиметров, компактный, не требует ухода. Здесь он у меня тоже посажен вот на заваленке вдоль теплицы, и я могу признаться, что сюда я захожу очень редко, здесь вот у меня щавель растет, и он. Здесь я не делаю ему никаких подкормок, ничего, он сейчас рано поспеет сам по себе на солнышке. Вот он, весь плодами увешан. И первые кисти уже на каждом кустике, видите, на каждом, это не единично, везде есть спелые плоды. Вот этот у нас получился рекордсмен по созреваемости, у него тут хорошее место солнцепек. Сеяла я вот эти сорта мелкоплодные не рано, они все посеяны в апреле. Или нет, и все. Потому что для получения раннего урожая у меня есть теплица. Я те высеваю рано и высаживаю рано. А эти высаживала в соответствии с нашим сибирским регионом, с традиционными сроками. Но несмотря на это, они догнали и чуть ли не обогнали тепличные томаты. Мы вот начали не так давно их употреблять, тепличные. Вот эти тоже, если бы у меня не было тепличных, вот эти томаты можно было бы вполне уже рвать и кушать. Все, вот это вот видеообзор во всей красе томата штамбовый засолочный. Я надеюсь, камера передает вам вот это вот, что они такие небольшие, компактные, маленькие. Ну, как виноград прям, они все, видите, увешаны плодами. Плодов еще будет много, еще вот зависть. Несмотря на то, что он штамбовый, у него выход очень большой. Все. Это краткий видеообзор томата штамбовый засолочный, который в условиях сибирского региона и холодной весны поспел уже вот в июле у нас. Это несмотря на то, что специально для раннего созревания я его не высаживала, не сеяла.